Это Лариса Селезнева и Олег Макаров. Ваши аплодисменты, они здесь, в зале. Чемпионка страны Ксения Макарова! Чемпионка России Ксения Макарова. Спасибо, Ксения. Согласно регламенту нашего чемпионата, чемпионы страны имеют право на второй номер или на бесовку. А пока что я скажу одну очень важную вещь. Ксюша со своими знаменитыми родителями живет недалеко от Нью-Йорка, где родители сейчас работают. И Ксения Макарова имеет у себя дома комплект формы национальной команды Соединенных Штатов. Американская Федерация очень хотела, чтобы Ксения выступала за их страну, но Ксения с родителями сказала, что она будет только за Россию. Ксения Макарова! Я подержу цветы.
Ксения, один вопрос чемпионки страны. Ксюш, насколько я знаю, несмотря на то, что ваши родители всю жизнь в фигурном катании, вы начали профессионально заниматься очень поздно, когда вам было 8 или 9 даже лет? Да. А почему? Почему? Ведь, насколько я знаю, когда вам было 5 лет, вы вышли на лед и после этого прекратили занятия. Почему? Ну, я упала, холодно очень было, мне не понравилось. Но потом я вышла еще раз, посмотрела вокруг, класс, и вот каталась. Я желаю вам успеха от имени всех болельщиков российских. Чемпионка страны 2009 года, 2010 года Ксения Макарова, Санкт-Петербург. Мы продолжаем. Трехкратные чемпионы страны 2008, 2009 и 2010 годов.